Поэтому моем радиатор. Ну-ка, что тут у нас? Так вот моется, отквашивается, чистится и потихоньку, помаленьку моется радиатор. Он будет красивый и чистый. А вот она красота с него выходит. Вот так 5, 7, 8, 9, 10 раз помыть радиатор. Один до второй, и потом все будет нормально. Так что вот такая вот картина Репина. Иногда надо радиаторы от мух чистить, промывать, отмывать. И тогда машинка будет жить хорошо и долго. Промываем, продуваем. И вода все равно еще немножко грязненькая идет. Но она уже снизу, да. Вот тут кое-какие... Мелочевка была, уже устранили. Вот. И потихоньку машинке просто дышать легче будет. Вот здесь листва тоже куча повыдували компрессором. Кругом паука. Грязика. Ну ничего, обслуживать машинку тоже иногда. То есть, мало того, что заниматься и ездить заправлять надо. Надо ее иногда еще мыть не только снаружи, внутри. Тогда она отплатит тебе добром.